Всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Фирменный циферблат, кстати, приобрести можете в описании видео. Ну а мы с вами, значит, Яндекс.Карты давненько как-то обещал показать и забыл, короче. Вот они, Яндекс.Карты. Устанавливаются они легко. Я в этом видео еще покажу, как это сделать с ПК. Если же вы хотите установить его с смартфона, то, пожалуйста, в описании видео будет все, что надо. Там будет установка на Galaxy Watch 6. Но сейчас это все идентично. Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6. Так, что значит у нас здесь есть? Самое приятное, это вот эта вот кнопочка. Видите, плавающая кнопочка. Вот она. Так, где-то попасть я в нее не могу. Сейчас. Вот эта вот кнопка, это кнопка назад. Видите, вот эта вот кнопочка, кнопка назад. Она плавающая, ей можно, вот видите, передвигать. И воткнуть в любой экранчик. В любое место экрана. Дальше, что у нас здесь еще есть? Пожалуйста, вот поисковички, тут всякие разные, аптеки, там можно выставить и так далее, и тому подобное. Короче, кнопка назад можно и так же работать, в принципе, неплохо. Но можно сделать вот это, да? Дальше, маршруты. Пожалуйста, здесь выделенная стрелочка сейчас появится, вот так вот. Допустим, мне надо куда-то поехать. Я что делаю? Нажимаю кнопочку. Брасика. Все, он ищет мне брасику. Находит. Ставим маршрут. И нажали «Поехали». Все, голос, все как надо, работает отлично, как бы говорит о перемещениях, 7 километров, 12 минут. Все в этом плане, вообще приложуха классная. Где я ее взял? Взял ее на 4 ПДА, будет ссылочка в описании видео. Тот паренек, кто ее сделал, просто ему огромнейший респект. Как я уже сказал, установить ее вы сможете двумя, даже тремя способами. Если вы захотите поддержать канал SmartWatch, то купите данную версию Яндекс.Карт в магазине Веер Стор. Тем самым поддержите канал, скажите спасибо, так скажем, за этот видосик. Ну, как я уже сказал, это не обязательно, скачать сможете бесплатно на сайте ФОПОДА, либо в Телеграм-канале. Ну, а мы о том, как установить и дальнейшие действия. Так, ну теперь переходим к установочке. Как я уже сказал, вот ссылочка будет тоже в описании видео. Одна ссылка, а там далее пройдете, все ссылочки найдете, которые вам нужны. Прямо огромнейшее спасибо этому чуваку, просто реально молодца. Поэтому ему нужно повысить репутацию. Зайдете вот сюда, плюсик нажмете. Я уже просто поставил репутацию, поэтому уже не смогу. И здесь напишите там спасибо и так далее и тому подобное. Все. Ну а мы, значит, к установочке устанавливать. Я буду с помощью вот этой вот программки ITB App Control. Если вы не знаете вообще, как ей работать, в описании видео все будет. Короче, все ссылочки. Пройдете, там все есть, все посмотрите. Если хотите установить с помощью смартфона данные Яндекс.Карты, то проходите вниз, там тоже будет ссылочки. Все как надо. Также, как установить на Huawei Watch 3, Watch 4, все будет, короче, проходите, там смотрите. Ладно. Что нам нужно? Подготавливаем часики. Отключаем Bluetooth на смартфоне, к которому у нас подключены часы, чтобы он автоматически подключился к Wi-Fi, как в моем случае, да? И не отключался этот Wi-Fi автоматически. И мы должны быть в одной сети с нашим компьютером. Все, идем в настройки. В настройках мы с вами идем в самый низ. Galaxy Wearable. Здесь мы находим строку сведения о ПО. И здесь берем и нажимаем вот на эту вот строку. Несколько раз, пока не появится вторая строка. Все. Выходим в основное меню. В основном меню появляется параметр разработчика. Здесь идем вниз, включаем отладку по ADB. И далее мы с вами включаем беспроводная отладка. Она будет включаться только в том случае, если включен Wi-Fi. Так. Спускаемся вниз и подключить к новому устройству. Вот такие у нас параметры появляются. Теперь что мы с вами делаем? На ADB App Control мы нажимаем вот этот вот значок. Видите, сопряжение. Все, здесь вписываем код вверху, который вот этот 092-180. Дальше IP-шничек. В моем случае последний, где 13 вот у меня. Видите, да? И дальше порт.
спорт, это последние 5 букв. Вот эти вот. 35061. Теперь обратите внимание, нажимаю сопряжение. Так, у нас окошечко пропало. Появилось вот такое. Теперь нам с вами, значит, вот здесь нужно поменять опять айпишник, который у нас был 0. И здесь 13. Возможно, у вас он автоматически будет виден. В моем случае нет. 13. И вот здесь новый нужно будет ввести нам. 38203 в моем случае. Я вот здесь пишу. Все. И теперь нажимаю на значок Wi-Fi. Идет подключение. Хопс. Видите, вверху загорелся значочек. Вот он. Все. Подключились мы с вами. Все, идет прогрузочка. Первое подключение к данному приложению или программе попросит установки приложения на ваши часы для того, чтобы хорошо отображались вот эти иконочки. Поэтому разрешение дайте. На Huawei часах разрешение давать не надо на установку, потому что оно все равно не установится. Сначала нужно будет отключить установку из неизвестных источников. Через командную строку все, как я сказал, уже будет в описании видео. Все, сторонние приложения мне не надо. Я просто нажимаю «Установить», нажимаем «Добавить». И вот она, пожалуйста, в нашем случае на рабочем столе, либо вы будете качать, она у вас будет в загрузках. Вот здесь открыли, отметили и нажали «Установить». 47 мегабайт, почти 50 мегабайт, как бы, ну, время какое-то займет, но установится достаточно быстро. Так, все, приложение, видите, установилось. Теперь мы идем и наблюдаем его вот у нас в описании. Нажали запуск. Естественно, нужно будет дать разрешение все. Вообще, чтобы не заморачиваться, допустим, здесь, разрешить доступ к данным, можно сделать прямо через ADB Control. Это легко. Вот сторонние приложения. Находим наши Яндекс.Карты, где они тут у нас. Где. Вот они, видите, вот так будут отмечены. Нажали правую кнопку мыши, и здесь разрешение. Все, и просто отмечайте все квадратики, вот эти вот, разрешение дать. Он все равно даст разрешение только то, что нужно. Я просто не знаю, что они все значат, но тем не менее, вот медиа, там все, вот для этого это надо будет, да. Так, аудио, вот так вот. Оп. Все, отметили и установить разрешение. Все готово, кроме одного, видите, разрешение не далось. Теперь мы с вами берем, опять запускаем нашу приложуху. И она уже без запросов каких-либо разрешений прекрасно будет работать. Нажимаем на, видите, все прекрасно работает. Дальше, я думаю, дело техники, разберетесь, маршруты все, вот эта стрелочка назад, она, видите, как он сказал, говорит, если долго держать, она исчезнет, все, она исчезла, ее нет, можно работать без нее. Все вот так прекрасно работает, надеюсь, что вам все это дело помогло, пока. Вы были на канале Smartwatch. Все в описании видео.